Стой! Ать! Два! Хозяин! Хозяин! А ну, проходи! Проходи, служивый! О, здравия желаю, мамзель! Бабуля, закурить есть? Нету! Ничегошеньки нету! Давай, провали! Ни хлеба нету, ничего! Иди, иди, солдат! Да я бы с удовольствием, бабуль, прошел! Да только обессилев я уж весь! Пока не поем, дальше не пойду! Ой, дурья ты башка! Говорю тебе, ничегошеньки нет! Видишь, вон котел пустой валяется! А там рядом с котлом не топор ли лежит, бабуля? Ну топор и что? О, так значит все в порядке! Ты давай бери котел, ставь его с водой на огонь, будем варить кашу с топора! Тю! Ты что, сдурел что ли? Кто это из топора кашу варит-то, а? А ну, давай, проваливай! Ой, а чего это? Да вроде медведь в кустах закопошился, прогнать? Не надо, ты лучше давай свою кашу из топора, а я пока воды принесу. Возьми топор, хорошенько вымой его и положи на чистую скатерку, нехай подсохнет. Хорошо. Так. Ну, ничего, только бабуль соли не хватает. Какой соли? Поваренная бабушка, какая ж каша без соли? А ты топор клади-то, а? Топор, само собой разумеется, ты соли добавь, бабуль. И сюда бы еще крупы не мешало бы. Какую крупу? Не было уговора про крупу. Ты это вот топор клади-то, а? Топор, конечно, но потом. Давай, бабуль, крупы сюда насыпем. Ладно, рис подойдет. В самый раз. Ай, грабил! Куда грязными руками лезешь, бабуля? Эх, сюда бы еще зажарочки из копченого сальца. Какой зажарочки? Никакой зажарочки не будет! Хрена тебе, лысого, ты топор клади! Топор, само собой разумеется, в конце. Ты давай, бабуля, продукт на зажарку. Вот теперь лучок обжарим вместе с салицем и с окорочком. О! И готовой поджарочкой польем кашку сверху. Ну вот, бабуль, готово. Угощайся. Так, Ирод, оно же мне в глотку не полезет-то. А мне полезет. Это кто, бабуль? Да никто. Хохоль ейный. Понимаю. А топор-то, топор. Чуть не забыл, бабушка. Какая ж каша без топора. Наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь доха ты.